Приветствуем зрителей канала Neo Gear. Мы вернулись с новым эпизодом Гранат с Нео. Как мы и обещали, после флеша на Детрейн мы возвращаемся к Смоукам. По этому поводу мы изобрели две интересных дымовых гранаты для команды террористов на карте Денюк, которые бросаются с крыши. Они используются для устранения игрока, который прикрывает верхний плант или комнату с лестницей. При условии, что обе гранаты будут брошены правильно, противник не будет видеть ничего ни на планте, ни на улице. Итак, давайте перейдем к делу и посмотрим, как эти гранаты бросаются. Чтобы бросить смоук на лестницу так, чтобы контртеррорист, размещенный там, не видел планта, нужно придвинуться к левому углу этой белой балки и разместить прицел слегка над крышей на высоте третьей линии. Смоук бросается из позиции стоя. Эту гранату можно использовать при атаке верхнего планта где-то в середине раунда. Правильно бросив смоук такого типа, можно удостовериться в том, что вражеский игрок не рискнет отходить от лестницы или подставляться под огонь. В дополнение смоук отрежет любое возможное подкрепление со стороны игроков на рампе, поскольку завеса будет держаться еще около 15 секунд, чего вполне хватит, чтобы занять плант, заложить взрывчатку и спрятаться. Вторую гранату нужно бросать с крыши. Она взрывается в этом месте и полностью закрывает обзор игрока с лестницы на улицу. Сам же игрок с другой стороны абсолютно беззащитен перед огнем террористов, продвигающихся через улицу. Чтобы правильно бросить этот смоук, нужно придвинуться к вентилятору, после чего разместиться под прямым углом к этому пятну на стене. Затем нужно разместить прицел между четвертым и пятым окном, поднять его до этой высоты и сместить его немного вправо. Как видите, граната взрывается четко на границе потолка возле лестницы, из-за чего даже если игрок решит выйти на балкон, он все еще будет блуждать в потемках. Эта граната особенно полезна, скажем, при пистолетных раундах, когда вы посылаете одного члена команды на крышу, чтобы он бросил этот смоук, а сами с другими игроками бежите через улицу, пытаясь подойти под лестницу, или же просто-напросто спускаетесь на нижний плант по ступенькам. А на этом у меня все. Через неделю мы покажем вам два других смоука, которые могут использовать контртеррористы на карте The Inferno. Спасибо за внимание и до новых видео.